Всегда, когда приезжаю в Нью-Йорк, знакомые, близкие озадачивают покупкой телефона. Вот буквально позавчера тоже позвонили и попросили купить 5SE, iPhone. Вот иду смотреть iPhone и покупать, наверное. Взять телефон, получился 5SE, 64 гигабайта серебристого цвета, 483, по-моему, или 4 доллара. В принципе, нормальные тут все цены, можно спокойно покупать. Вот иду дальше, сейчас, наверное, в центральный парк или куда еще сходить. Да, в центральный парк, наверное, пойду.